В Ненецком округе стартовал курс профориентационных лекций в рамках экологического форума «Эко-Арктика-2019». В течение 2 дней сотрудники Роснефти рассказывали ученикам старших классов школы номер 4, а также поселков Искатели и Красного об экологии и геологии с ориентацией на природу нашего региона. Лекции уже провели для учеников 10-11 классов поселка геологов. Подробности далее. Алексей Огрызько – ученик Роснефть-класса школы поселка Искателей. Свою дальнейшую жизнь хочет связать с геологией, поэтому пошел в профильный класс и уже выбрал университет для поступления. Прослушав курс лекций по геологии и экологии, Алексей признается, благодаря таким знаниям больше погружаешься в профессию. Больше знал о профессии геолога, то, что они изучают, чем занимаются и что для этого надо. Еще один ученик, Илья Господыныч, хочет работать в области добычи и переработки нефти. Хотя после углубленных лекций юноша признается, что задумался и о других профессиях нефтяной отрасли. Я был уверен, что я свяжусь с переработкой нефти, а сейчас у меня появились сомнения, так как есть экология, геология, это тоже очень интересные и перспективные отрасли. Вот я это понял. Профориентационные лекции проходят в рамках экологического форума «Эко-Арктика-2019». Сотрудники Роснефти рассказывают школьникам о таких науках, как геология, экология, о том, что такое нефть и как она образуется в недрах Земли, а также о профессиях и их преимуществах. Практика таких лекций уже широко распространена и пользуется популярностью. Направлены они на профориентацию. Они имеют такие очень хорошее значение для ребят. Это профориентационное такое мероприятие, где они более подробно знакомятся уже с профессиями геолога, эколога, бурильщика и те специальности, которые на месторождении востребованы. Поэтому более подробно из уст специалистов, которые непосредственно с этим связаны, им, конечно, будет очень интересно и очень важно. Такие лекции, они очень нужны. Каждому участнику выдали материалы лекций для самостоятельного изучения. Добавлю, профильный Роснефть-класс существует с 2012 года и уже выпустил более сотни специалистов. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».